Добро пожаловать в игрушку под названием ВХС. С вами канал AliExplay. В этой серии мы поиграем за выживших. За каждого из них будет 5 игр, за каждого из персонажей. Начнем мы с вами с Глории. Это у нас лидер. Видите, она уже не терпится поиграть. Далее у нас есть чемпион. Такой вот красавчик, за него тоже поиграем. Далее у нас ассасин-убийца. Красивая девушка с синими волосами. Есть также бунтарь Лео, наш рокер. И скромняшка-хиллер. За каждого из этих персонажей мы поиграем. То есть будет 5 игр. Поэтому всем приятного просмотра. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Подписочку на канал AliExplay. Колокольчик, все уведомления. И также я оставлю ссылочку на наш дискорд-сервер. Будет внизу. Подпишись, там ты сможешь найти себе хорошего тиммейта, с кем можно поиграть в данную игрулечку. Мы начинаем, всем приятного просмотра. Первая наша игра, играем вместе со Starlight. Приветики, приветики. Приветики. Фу, ну что ж, ready? Ready, нажала. Начало. Так. Starlight? Нет, нет, я выжившая. Да. Начинаем каточку. Нам нужно будет найти станок, где изготавливать оружие. Ну, будь осторожна. Слишком сильно не шуми. Ты где появился? Ну, как мышки. Где-то в здании. Отметил. Отметили. Это я отметил, я здесь. Я сзади тебя, Starlight, сзади тебя. Обернись. Привет, привет, привет. Ты какая я? Да, красивая. Я тоже золотая. Красивая, да. Она красивая. А, смотри. Так, ладно, пойдем. Ты мне... плюху дала. Так, ладно. Вы близняшки. Ой, что-то происходит не то, побежали. Ты наоборот, ты шумишь, когда бегаешь. О, смотри, там какое-то растение. Тут эксперименты проводили. Вав, вав, зубастое растение. Посмотри. А что-то тут надо сделать. Угу, изготавливай. А мы можем вдвоем? Да, можем вдвоем. Давай. Хотя, по идее, нам надо разных видов скрафтить. Вот видишь, вверху 4 вида. Да. Нарисованы значка. Так, я в отличную попал. Две близняшки. А ты провалила. Кстати, возможно, ман это слышит, да. Видишь, монстрики летают. Кажется, он здесь. Можешь спрятаться? Можно? Где? Не знаю, пригнись. Наши следы там остались, смотри, то, что мы там только что делали что-то. Да. Можно в шкафчик спрятаться. О! Надо же, смотри. Ты можешь сюда же? Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я продолжаю крафтить, может быть, успею. Его уже убили, видишь, сереньким пентаграмма горит? Да. Значит, этим оружием его уже убили. Осталось 3 вида оружия собрать. Пропускаю. Мы тоже пропустил. Ой, я тут... Воу! Докрафти, докрафти! Он за мной! Или за нет? Мной? Беги, я докрафтю! Уведи его оттуда! И метку дай, метку дай, увожу, чтобы я знал. Ага. Метку дай, где ты? Ага, вижу, 43 метра. Я уберу. Ладно, я тебя подниму. Все, я собрал, у меня крест. Блин, он меня тоже повалил. Он меня повалил. Ты можешь ползать, а можешь собирать. Лучше соберу, мне кажется, быстрее будет. Да, давай соберем. Блин, я просто не знаю его способность. Он прыгает и оглушает тебя. Из-за этого я не смог его убить. Реально ящер, мне кажется, один из самых сильных. Я собрал оружие, но не смог его убить. Оружие около тебя валяется? А я не знаю, оно, возможно, пропадает. Подняли. Угу, я сейчас... Ой-ой, он где-то здесь, да? Ой-ой. Трое лежат, что ли? Ты опять? Ты лежишь? Да, он пришел за мной, повалил меня опять. А я могу быстро ползти. А где четвертый? Ну где еще? А, один? вижу, бегает. А, можно наблюдать, да?
Ну, я летаю, как сферы собираю свои. А я вижу, что он делает. Так, я вижу еще сферу. Проще, да, собрать, чтобы твоему тиммейту было быстрее тебя поднять. Один раз он может поднять. Мы трое лежим, поэтому... Наверное, есть смысл их собирать. Большое здание? Ничего себе. Карта тут вообще есть? Как-то карту можно посмотреть? Не знаю, не заметил. Вроде бы нет. О! Все, последний убил. Да, это последний. Он поймал. Но ящер довольно-таки сильный. Ничего не поняла, но очень интересно. Да, нужно собрать 4 вида оружия и из каждого из оружия его убить. И тогда мы победим. Мы только из одного убили. Тут карта только одна или сколько сейчас? Несколько карт. Не знаю, несколько карт. Но карты очень большие, ну прям вообще. Ну я бы не сказал на самом деле, и ты потом, когда побегаешь, ты поймешь, что ну, средненькая карта обычно. Получаем опыт, и тут каждого сурва ты по отдельности прокачиваешь. Вот, ты, допустим, если одного мейнишь, ты его можешь прокачать там до 50 уровня. Вот, а остальные у тебя не будет прокачиваться. Вторая наша игра. Играем за Бред. Начинаем. Вторая наша игра. Ох. Так. О, зима! Зима? Да, снежок идет прохладненько на улице. Я тут сливаюсь хорошо, вообще. Я думаю, меня не заметят. Я слился с окружением. Ой. О, напиточек. Подобрал. А, я быстрее бегаю. Можно было, наверное, его все-таки оставить. Так. А дай метку, где ты? Я сейчас вот здесь. О, я рядом. Ты огненную, да, изготавливаешь? Да. А можем вдвоем. По-хорошему, надо на разных. Разного вида оружия изготавливать. Просто я бы на тебя посмотреть. А я на тебя посмотрю. Да. Слушай, интересно, мы одинаково оружие изготавливаем или разное? Блин, пропустила. Он где-то здесь. Да? Или нет? Кукловод? Да, это кукловод. Ты... Кукловод, ты... походу, делает. Меня пугаешь. Но он может где-то рядом быть. Ты прозрачный? Ай, запорол. Музычка играет, я боюсь. Он идет! Идет! Маленький такой! Убегай! Он за тобой? Красота! Ай-яй-яй-яй, я врезалась во что-то. Беги. Я попробую доделать оружие. Я почти доделал. Ты убежала? Кажется, спряталась, да. Молодец. Блин, я почти доделал, ну ё-моё. Я думал, я успею. Там на 99% я доделал. А где тут хилит? Ой-ой-ой. Блин, я положил. Я почти доделал. Ну как так? Ну что такое невезение? Что за непрух? Там на 99% было сделано. Блин. Сейчас я. Так обидненько. Надо было сразу бежать. Угу. Да мне обидно, прикинь, на 99%. Ползи ко мне. Так, ладно, хватит. Ползу. Иди ко мне. А я не знал, где ты. Надо нам отхиляться, наверное. Он здесь! Нет! А, вы вдвое можете поднять. Ага, спасибо. О, у нее, по-моему, уже есть оружие. Крест. Да, у нее крест. Хилится. Можем... Спасибо. Один лежит. Так. Да, мне кажется, самое время отхиляться сейчас быстренько. Пока у нас не видит. Она не торопится, мы сейчас. Да, согласен. И меня?
Ой-ой-ой. А, вот, это летает наш дух. Пока собирает. Да, но мы его сейчас его поднимем, только бы его еще дойти делаем. А вон видно ауру сверху, видишь? Сзади тебя, сзади тебя. А, вон, 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 вижу, 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 вижу. Так, теперь. А ее нельзя? Она вроде бы это. Блин. Где-то здесь. Где? Да, он за мной, за мной. Я не знаю, где тут бегать. Shift. Он за кем? Мне кажется. А как он знал, что я здесь? Как он узнал, что я здесь? Он за мной. Я не знаю, как тут сбегать. Тут можно крутиться 360? А, можно, можно. Ну, попробовать можно. Да это что такое? То, 360, но... Меня бесит это. Я рядом с куклой проходил, и он как раз-таки в нее тэпнулся. Ну как так вообще? Что за небруха? Просто невезение какое-то. Так, ладно, я ползу. Блин, что-то сложно. Тут, кстати, аптечка рядом со мной есть. Сейчас выхилю ее и это. Угу. Мы пока его еще даже ни одним оружием не убили. Я иду искать. А, вот я тебя вижу, ты пробегаешь. Тут какая-то кассету какую-то взял. О, сейчас. Ты рядом? А, аптечку взять. Где взять? А ты можешь отхилиться только взять, по-моему, нельзя. А да? А я же могу кинуть и отдать тебе. Нет. Могу. Я умер! А надо было поднимать раньше. Все, я теперь умер. Надо было тебя раньше пусть поднимать. Ты умер. Тут, оказывается, надо вовремя поднимать. Все. Теперь мне ты должна книгу найти. Книгу? А как искать книгу? Я тоже могу помогать. Книгу тогда. Если я найду, я отмечу. Тут, оказывается, смотри, если ты долго не поднимаешь сурва, он истекает кровью и умирает. Тут важно начать поднимать вовремя. Со мной? Угу. Так, ладно, ищу книгу. Ах ты ж, блин. Пока все плохо. С тобой? Еще научиться бы мансить? Блин. Книга, по-моему, звуки какие-то издает, когда ты рядом с ней. Ищем, 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 ищем. Летаю. Поищу книгу. А тебе не надо искать, по-моему, ты еще не умерла. Видишь, у тебя... Я ищу для тебя, я сейчас соберу и попытаюсь найти книгу. А, ну да, кстати, да. Мне нужно понять. Ты звук услышишь. Она будет издавать звуки. Пугающие. Если услышишь звуки, то она где-то рядом. А нашли книгу, по-моему. Нашли книгу. Нашли книгу? Только пусть они подняли бы тебя. Ну, я надеюсь, надеюсь. Звуки. То есть тебе сказали, что нашли? Ну, я услышал звуки. Я отвечу, где я. 50 метров. Все, я собрала все спектры. Ага. Попробуй дать метку на себя, что ли, как-то, я не знаю. Может, это поможет. Они не поднимают тебя? Подняли. Подняли? А где книгу нашли? Ой. Не знаю, мне казалось, нашли тут книгу. Не понимаю. Какая-то пентаграмма типа того была. Может быть, я ошибся. А, двое умерло, вас двое осталось. Блин, ну будем знать. То есть тут надо прям лучше сразу бежать поднимать. Если особенно он истекает, он почти уже умер. Лучше поторопиться. Я этого не знал. Я думал один раз только тебя могут положить. Оказывается, тебя можно сколько угодно раз поднимать. Но главное, чтобы ты не истек кровью. Так. Еще могу что-то сделать. Так. Блин, ты последняя осталась, да? Да. Главное, не запарывай, иначе он услышит тебя. Лучше сосредоточься. Засрать. Ну это хороший мат, хороший. Да бежать, надо бежать, я поднимать лучше. Не попасть, видишь, как не попасть. Да, если он истекает кровью, то все.
Тебе надо как-то вниз спуститься. Мы еще просто не знаем карту, не изучили. И сложно. Она огромная. Я на этой тоже не играл. Тут где-то лестница должна быть. Как не попасть? Она где-то в подвале. Ты можешь прыгать? Ты на него выпрыгнула! Что за фейлы? Фейловая катка, это просто фейловая катка. Было весело. А я, кстати, собрала все сферы, но я так и не смогла сама себя поднять. Почему? А ты сама себя не поднимешь, тебя быстрее поднимет другой просто. Ты для других. Понятно. Сама себя ты не должна поднять вроде. Вроде бы так это работает. Так, ну мы прокачиваем сурвов в любом случае, даже если проигрываем. Третья наша игра. Играем за Джесс. Мы теперь осознали все свои ошибки. Я думаю, сейчас справимся. Мы осознали наши ошибки? Да, какие-то осознали. Не будем их повторять. Мы что-то осознали. Что-то осознали. У нас опыт появился на 0,02%. Поэтому мы сейчас получше немножечко играем. Поэтому я думаю, мы победим. Рано или поздно мы победим. Чаще надо себе это говорить. Рано или поздно мы поймем, как тут играть. На ходу, я так понимаю, нельзя перепрыгивать через объекты? Можно перепрыгивать на ходу. Шифтуешь, перепрыгиваешь. Третья наша игра, ребятки. А, новые карты, я так понимаю, да? Мы еще в ней не играли. А вот здесь. Ага, хорошо. Вот тут можно прятаться. Огонь. Птички какие-то. Во-во, это кто? Я начинаю святое оружие создавать. Я начинаю этот. Я здесь. Начинаю пентаграмму делать. Угу, хорошо, хорошо. Какая-то козочка по звукам. А это вот я, у меня козочка. Мы сейчас правильно делаем, каждый создает свое оружие. Это более правильная тактика, я думаю. Можно отмечать, смотри, видишь, я отмечаю, где я создаю. Ты видел, да, что я отметил пентаграмму? Да. Блин, опять я? Почему я? Почему я опять? Почему я? Почему я постоянно? Боже мой. Он уже одного повалил. Вижу, вижу, вижу. Я сейчас доделаю оружие. Я тоже почти доделал. Его убили, убили. А ты рядом с ним? Оружие. Бегу к нему. Ты бежишь, да, к нему? В чем? О, меня отхиливают. Он появился. Ты уже рядом, да, с ним? Я бегу, я не знаю. Надеюсь. Пойди рядом. Блин, я не знаю, как прятаться. О, у него радужный скин. Скиночек. Ты отметь меня, где ты. Так, я здесь. Ползу. А кто его манта? Оборотень. Оборотеньки. У меня этот меч. Я бегу к тебе. Капец. Я почти достроил. Почему так? Что за непруха-то? Там чуть-чуть 90%, и он меня находит. Спасибо. Блин, надо было собирать. Будь аккуратно, прям издалека начинай бить его. Все, спасибо. Еще вылечу тебя. А, давай. Кстати, может быть нам вместе ходить? Я буду создавать оружие, а ты будешь прикрывать меня. Давай, давай, давай. Раз у меня уже создано оружие. Угу. Я так понимаю, у нас только электрического нету. Электрический его уже убили. То есть нам из троих осталось. Убили. Но сейчас надо попасть только пентаграммой. Пентаграмма, найти... огненный и святой. Тремя оружиями. Есть. Ой-ой. А где отметь? Ты где? Отметь где? Ты где? Отметь где? Пентаграмма вон. Так, а, вот. Спасибо. Понятно, ну, сейчас они бегут. Я создаю. Ты тоже пентаграмму создаешь? Да, смотри, сзади бежит кто-то, сзади. Он может за ним гонится. Да, готовься, готовься, готовься! Я пока создаю. Не торопись, не торопись. Он сбил способку! Он сбил! Видишь, нет. Красненьким! Он, ты не можешь, да, атаковать. Он может сбивать ее. Нет.
Беги, беги, беги! Как он сбил способку? Я упала. У него способность, да, ты не можешь оружием пользоваться. Я же не знала, что он убивает меня. Я уже уверена, это паща, как я его это... Он меня потерял. Я спрятался, он потерял меня. Ты убежала, нет? Не дыши. Нет, я же упала. Я же говорю, я не успела. Так, я сейчас пробую тебя поднять. Сейчас я аккуратненько. Я бегу к тебе. Я собрала все эти... Блин, он здесь! Он здесь, он меня заметил. Да как он находит-то, боже мой? Меня это бесит. Я не знаю, почему он находит меня. Он теряет меня. Я спрятался. Mm-hmm. Кто-то поднимает тебя? Нет. Я отлетел, что я здесь. Он рядом со мной. Так, я бегу. А что ребята делают? Что я не поняла. Ты ко мне прибежал. Прибежали? Да. У тебя оружие опять пропало. И... Надо отхилять. Еще раз его делать придется? Ну да, видимо. Может, я его где-то уронила? Не знаю. Но я не мог своего найти. О, спасибо, ребят, спасибо. Блин, не просто что-то. Он здесь. Прячься, прячься куда-нибудь. Да блин. Капец, как он находит так быстро? Я пошел наверх, нам надо как-то разбежаться, что ли. Только наверху показали вон. А что там наверху? А, аптека? Даже с одного раза могут ударить сейчас. Ну да. Может быть, все-таки... Он далеко, я думаю, я успею сделать. Он умер. Да, умер. Мы можем книгу найти, он может книгу нам отметить. Его сейчас задача книгу искать, чтобы мы его подняли. Для воскрешения. Провалила. Аккуратно, он может заметить, может прятаться. Мне кажется, он видит, когда ты проваливаешь. Да-да-да, видит. Ай-яй-яй. Дай метку, я его убью. Дай метку. Здесь. Дай метку где-то. Ты меня. Я убиваю его. Убивай, убивай. Давай, давай. Почти убил. Блин, я его почти убил! Он отступил! Я почти его убил, ну как так? Он отступать может. Я спрятался. Отхиляйся, я пока спрятался. Там чуть-чуть оставалось, надо было ближе подойти. Прикинь, он может отступить, ты его не добьешь. Но я тебя спас зато. Иди к хилке тогда наверху. Я ищу хилку. Я спрятался. Ты книгу найдёшь? Блин, ну интересненько, да? А, мне нравится. А мне, блин. Мне тоже желательно хилку да найти. Или создать все-таки. Ладно, я попробую создать, фиг с ним. Ой-ой. Может, успею. Вон, книга это, походу, да? 65 написано. Да, возможно, не знаю. Я туда. Я не знаю, что это такое. Но сейчас вот что-то дает. Это бонус. 5, 30. Это книга. Это книга? Ну да. Здесь! Наверху? Он около книги. Кстати, наверное, прежде чем поднимать, надо оружие свое доделать. Надо. Я пока оружие делаю, готов вручать тебе. Как ты так?
книга. А время закончилось, мне кажется. Мне кажется, это не книга, а что-то другое. Все-таки. Она так будила. Блин, он здесь! Почему, когда мне почти готово все? Меня тоже положили, я умер. И я же говорю, о, вы хилочку отметили. Это не просто, просто фейловые какие-то гадки. Мне кажется, сров очень сложно играть. Надо научиться. Это войдет в историю, как когда первый раз, знаешь, как в ДБД, помнишь, я первый раз играл, где я вообще ничего не понимал. Это тоже. Потом сравним, какими профессионалами стали. Прикинь, через... Опачки, о! Через 100 каток так же играем, абсолютно. Да не, конечно же, лучше будем играть. Я не понимаю, как книгу найти, вот как её найти? Книгу вообще попадить будет. Должна услышать её. Просто она там была, там... Да-да, вот где звуки, там книга. А тут сразу, может быть, не она? Ман хорошо играет, он специально отступает. Все, ман победил. Но уже лучше, заметно лучше, я думаю. Видишь, мы уже продержались 10 минут. Ман просто хороший, нифига себе. Он очень хорошо играет. И опыта больше уже зарабатываем. Видишь, мы молодцы. О, крестик, это что такое? Крестик второго уровня открылся у меня. Это, видимо, если часто использовать. Оружие тоже прокачивается. Четвертая наша игра. Играем за Лео. И все-таки есть надежда, что мы победим. Именно вот сейчас мы победим. Надо верить в лучшее. Начинаем. 3, 2, 1. Погнали, поехали. Начинаем, ребятки. Четвертая наша игра. Чтобы найти книгу сразу. Ну, типа, как ее там навыть? Пока не надо, зачем? Возможно, она даже не появилась. Я отметил, где я? Ты отметил тут, а я вот тут. Так, ага, вижу, 71 метр. Окей. Так, кто же будет первым? А тут даже по точкам можно определить, кто из нас кто, видишь? Я нашла эту. Я делаю... пентаграмму опять первую. Ага, у меня святая. Кто ман, интересно? Он меня не заметил. Это оборотень. Оборотень. Тут тоже прикольно, что ты не знаешь, кто ман изначально. Я не заметил. Молодец, молодец. Я сейчас тебе помогу. Дай точку еще раз, где ты? Я вот здесь. Все, я создал, буду прикрывать. Смотри, у кого оружие есть, тот прикрывает другого. Мне кажется, это неплохая тактика. Так, ну-ка еще раз. Метка пропадает. Ага, 44 метра. Бегу, бегу. 30 метров осталось. Все, наверх поднимаюсь. Я пропустила. Не иди сюда, я пропустила. А зачем? У меня, я могу это. Продолжай. Я не вижу, где ты. А, вот. Чуть повыше. У меня же оружие есть, Starlight. Окей, давай. Ну, в прошлый раз ты его нет. Не, ну я тебя защищу, раз у меня не было оружия. Окей, у нас здесь будет два оружия будет сейчас. Все, один охраняет другого. Да не переживай, наоборот, ты его приманишь, да, я его убью. Я тебя подержу, массажик сделаю тебе. Что бежит, все, мы готовы. Я не слышу. А у меня меч, а у тебя? У меня крест. Отлично, пойдем искать что-нибудь еще полезное. Типа хилки. Давай. О, тут музычка играет. Ты где? Пойдем. Слышишь? О, одним убили. Отлично, отлично, мы сейчас можем. Давай еще два. У нас как раз два. Да-да-да. Одним убили. У тебя святыня, а у меня этот пентаграмма. Пентаграмма. И смотри, электричество. Можно, кстати, метку дать на электричество. Что я отмечаю, что это электричество именно? Он здесь. Здесь. Смотри, он может нас оглушить аккуратненько.
смотри, хилочку можно взять. Давай себе сразу хилочку, чтобы хилиться сама. Убивай, убивай, убиваю! Убил! Подожди, не, лучше меня защити, мы, я электричество создам. Где мы видели? Давай, подожди, подожди, хилочку хочу создать, подожди. Она нам пригодится. Так. А где мы электричество видели, я не помню. Сзади, сзади, мы сейчас вернемся, я только создам. Да, Может, тоже создать? Да не надо, не надо, я пока что это. Лучше оружие создать. Ладно, побежали. Я, покажи здесь, где. Где он? Где-то здесь. Где? А у него уже есть электричество, все. Бежали. Где-то внизу я услышала. Так, пентаграмма. Вот здесь. Бей, бей, бей! Бейте, 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 пока... Ушил! Он за мной! Он за мной! Дайте метку! Я здесь! Я наверху! Вниз спускаюсь! Я здесь! Идите сюда кто-нибудь! Положил меня! Блин, он меня повалил! Почти убили его! А, блин, почти убили! Надо мне электричество тоже создать. Надо было оружие создавать все-таки мне. Я забыл, где искать это оружие. Где-то наверху было. Так, ну, у меня сломалось. Да, надо опять создавать. А-а-а, у нас хорошие шансы пока еще, хорошие. Ай-яй-яй. Да еще раз создавать. Угу. Надо, короче, чтобы у кого-то было оружие, и он покрывал бы другого, кто создает, кто еще не создал. Мне кажется, это хорошая тактика. У тебя подняли? Не, не, не. Сейчас поем и приду за тобой. Не без немножко. Бегу к тебе. Так. Тут где-то он рядом. Аккуратно, он рядом, он рядом. Я подхилялся. Ты же ползаешь. Так, я метку даю. Аккуратно, аккуратно. Он здесь рядом. А, он мне грызет. Я вижу, вижу. Его можно убить, пока он грызет, если есть. А, у меня нет оружия. Надо не торопиться, а то он сейчас убьет. Так он меня ползает. Да, он меня охраняет, он мне... Тут оружие есть у чувачка, оружие есть. Меня поднимают. У него электрическое оружие. Спасибо. Мы что, будем хиляться? Давай, давай хиляться. Так, по-хорошему надо оружие создать реально. У него есть электрическое оружие, если что. Надо пентаграмму снова взять. Mm-hmm. Ах, так. Алекс, у тебя очень мало жизни, поэтому тебе надо найти шоколадку и поесть ее. Mm-hmm. Наверху еще один челик лежит. Я делаю оружие. Mm-hmm, хорошо. Попробую найти шоколадку. Где-то наверху, да, было? Или все-таки мне оружие сделать быстренько? Я делаю пентаграмму сейчас. Давай электрическую сделаю. А тебе лучше еды поесть, тебе надо еды найти, потому что со следующего раза ты совсем умрешь. Блин. А челик как-то им поднимает, ты знаешь, не видишь? Не вижу. Вообще его лучше тоже поднять. И миски лучше хилкой. Тебе надо реально. У меня еще полный. Создала себе оружие, меч. Тут челику поднимать его. Я
Я все-таки попробую оружие сделать, я почти сделал. Осторожнее. Хорошо. Надо будет так похилить. У меня будет оружие, я буду не переживать за хил. Один раз от него он тебя глушит и все. Все, я сделал оружие. Все, мне... ну теперь я попробую найти эту шоколадку или его поднять. Я могу к нему побежать. Я просто не знаю, я не нашел, где хил. А вот нашел автомат с хилом. Я все-таки подниму его. Убили. Убили, осталась пентаграмма, Стрелайт. А, я хотя вроде бы сейчас его пушила, но это что-то получалось. А, ну вот, ты его пушил, получается, можно двумя видами оружия пушить. Кто больше попал, от того он и умирает, получается. Тут автоматы уже использовали, Starlight, я не могу их использовать второй раз. Только один раз надо, можно. Да, осторожнее, потому что потом тебе это... Да. Мы близки к тому, чтобы победить. Не об этом. Вот еще автомат нашла. Он за мной, кажется. Он за мной, за мной, за мной. Все, меня ложат. Так, я убегаю. Я внизу. Так, я здесь. Тебе. Я, кажется, убежал, убежал. Тебе баночку дам, это, по-моему, ускоряет или что-то типа такого. Ты где? Вот я здесь. Иди сюда. Ага. Ты меня хиляешь пока. А ты можешь, да, скинуть тебе... баночку? Это я не тебя, не я тебя хиляю. А, кто-то другой, да-да-да, другой. Не, метку дай, где ты? Мы здесь. Бегу, бегу. Есть баночка какая-то, энергетика или... Я не знаю просто, что она дает. Тебе пентаграмму, да, Starlight? Нет, нету у меня пентаграмма. Вот я, вот я. Это ты? Да-да-да, это я. Смотри. А, вот, я тебе скидываю. Какая-то банка. А, спасибо. Мне кажется, это энергетик, да. Если он погонится, я могу бежать. А, выпей его и убегай. Ну да, если он погонится. Пентаграмму нам надо сделать, и хилку тебе нужно. Ой-ой. Это что такое? Это на обнаружение, по-моему, нас видит. Ау. Вон пентаграмма, вон она. Экс, вон там пентаграмма. Давай создавать. Если что, я быстренько на спринте убегу. Кто-то из нас доделает. Он нас видит, интересно? Мне кажется, нас видят. Или нет? Видишь? Не знаю. А что это, кто бегает? Не знаю, кажется, вот это... Пуска. Да, она видит, что же на ней черепок. А, мы видим, видишь его, видишь? А почему, интересно? Не знаю, какая-то способность. Я думаю, мы успеем сделать. Как раз два будет оружия у нас, отлично. А, он бегает за этой девушкой. У нее жизнь заканчивается. Все, я доделал. Отлично. Оба доделали. Давай я похилим. Давай. Молодец, она долго бегала. У нас хорошие шансы, давай вдвоем ходить. В два оружия, если что, в два оружия его убьем. Ой. А тебе не надо никого хилять. Она тоже... Можем ее прикрыть, у нас три оружия вообще будет. Давай подождем. Да-да-да. Давай подождем, прикроем ее. Все, это отличная тактика, прикрывать. То есть у тебя есть оружие. А у нас одинаковое оружие, а где вот уникальные? Сломанные мечи, да, у нас? На сломанном мече. И четвертый. Так, четвертый где-то бегает. А мне нельзя отхилять больше, да? А, нельзя, тебе только либо станцию хилищу найти надо, либо это. Здесь! Там? Да, победа, победа! Найс! Мы сделали это! 850 дали за убийство! И 1000 еще за матч! Вау! Нормально! Победили. Нормально, да! Победа! Первая победа. Блин. Да. Вот видишь, мы четырьмя видами оружия победили, получается. Да. О, я больше всех заработала. Молодец, молодец, умничка. А ты после меня. Угу, да. Я чаще убивал, видишь, чаще убивал. Три, ты разными оружиями, получается. Угу, да-да. Блин, здорово. Ну-ка, сколько? Сразу новый уровень. До третьего уровня прокачал его.
отлично, Настя. Скин на оружие какой-то или что такое дали? А второй уровень, новая способность какая-то. Ура, 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 ура. Вот, четвертая победа, это здорово. Пятая наша и последняя игра на сегодня. Играем за Фейв. Надеюсь, победим. Милаха Фейв. Ready. Это школа, да? Карта школа. Мы на ней вроде бы еще не были. Школа, да. Будет здорово поиграть. Тут ну все, у нас карты. Есть тактика. Вот. Угу. Которая будет тактика галактика. Карта школа, предприятие и отель. Получается, можно играть втроем против одного мана. Да. Начало. Начинаем. Так. Вроде бы все. Ай, красиво. Я вот об этом и говорила. Я хочу, чтобы Пропнайт был таким же. Я здесь. Да. Реклама Пропнайт. Играйте в Пропнайт. Больше. Не, ну просто, а какой готик я говорила? А вот такой, видишь, он в стиле Скуби-Ду сделано. Согласен. Мне нравится. Такого надо Пропнайт. Зачем они? Этой игрой я доволен. Эта игра... Запорол. Интересная. Реально. Я пока что создаю... Святое оружие, крест. Он у меня! Он у меня! Блин, да, почему да? У меня? Да-да-да. Я не хочу. Он потерял меня, потерял. Потерял меня. Я нашла этот пентаграмму. Я прям не знаю, я притягиваюсь к этой пентаграмме. Оф! Оф! Нашел! Нашел, говнюк! Я делаю пока оружие. Кто сделал, скажите, куда бежать, кому? Потерял меня. Я спрятался. На меня. Ты успел создать? Нет, не успела. Блин, беги, беги. Я доделал святую. Дарь у меня. Немножко. Перебегай, он теряет. Пытайся запутать его. Потом спрятаться куда-нибудь. Я сейчас доделаю, тебя прикрою. Беги, беги. У меня уже 80%. Он у меня! У меня! А, я не могу это делать! Почему он опять у меня? Старлайт! Ты доделала? Нет, не доделала! Да блин, почему он опять у меня? Все, мне положили! Я на 80% доделал! Он меня кушает! Я метку даю, он кушает меня! Не хилит! Почему он вернулся к моему оружию? Почему мне так не везет? У меня постоянно выходит! Пока собираю. Сейчас тебе прибегу. Ага. Ты с оружием бежишь? Нет. Лучше с оружием, мне кажется, бежать. Если ты там доделал, почти лучше доделать, и, наверное, с оружием. Так, я восстановился. Ух тебя. Угу. Он здесь у меня. Он здесь у меня, он сейчас тебя его положит. А да. Я ничего не могу. Мне оружие сделать. Да, я говорю, надо важно с оружием бежать. Потому что он кемперить меня может. Он меня кемперит. Лучше создать оружие и идти ограничено. Уже, чтобы ты могла хотя бы меня защитить. Тут это есть уже. Я надеюсь, я успею. Обороняйся, обороняйся! Аккуратно, аккуратно, это аккуратно. Не я, это не я. Это не ты? Я оружие доделать. Создаю огненное. Тебя подняли? Да. И сюда. Я хочу доделать. Я тоже почти создал. Все, я доделал, давай. Я доделал крест. И сюда. Все, меня защищают по такой же тактике, слушай. Меня тоже защищают сейчас. Он метку дал, где мы находимся. Ну, мне не хватило огня, я не понимаю. Я же создала, или еще надо? Нет, ты, наверное, промазала просто. Промазала, я же прям в ход метку стояла.
Хватает, даже половины хватает. Так, ты где находишься? Где? Меня хилят вот здесь. А огнем же его уже убили, смотри. Значит, подействовал, значит. Да. Я его убила. Ты убил его. А тебя похилили? Да-да. Вот ее надо похилить. Надо похилить. Он здесь, он здесь. Убили, убили. Отлично. У меня сейчас святое оружие есть. Девушку надо похилить. Давай. Все нормально, можно вместе держаться. Тут важно вместе держаться. Школа мне нравится больше всего, эта карта. Да, что, можно втроем хилить? Видимо, да, слушай, прикольно. Ничего себе. Где мы все выхилены? Так, пентаграмма нужна, пентаграмма. Просто способен, что он видит нас. Блин! Перебегаю. Блин. А, мне бы отметить... отметить место, где можно отхиляться. Да где он? Где он? Умер, где-то вот здесь. Я хилку нашла, Алекс. Вот она, хилка. А, спасибо. Я его убил. Он меня чуть не убил, но я его получилось убить. Тебе, а. Ты можешь использовать? Не знаю, пока нет, не знаю. Возьми ее, возьми сюда. Я не такая побитая. А есть чем помочь? Так, он меня потащил. Нет. Так, бегай. Я сейчас подниму тебя. Бегай, пока похилься об эту, об пункт. Я сижу здесь, он меня не найдет. Я вижу, он бегает. Он кушает, да, тебя? А, я собираю эти, я не вижу. Вроде и кушает. Да, кушает. Меня кушает. Да, он меня кушает. Из-за того, что он меня кушает, я быстрее умираю. Собираю. Что он делает? Сейчас умру. Сейчас меня... Я сейчас прям... Все, его сейчас убьют! Бьют! Бегу вставать тебе! Я не могу! Блин, сейчас пройдет. Сейчас буду поднимать, давай. Все, поднимаю тебя. Давайте похилимся. Уходим. Здесь хилимся или как? Я не знаю. Давайте я хилю. Она пройдет, она как-то пройдет. Он сюда идет! Уходим. Я пойду его тогда подниму. Нужна пентаграмма. Пентаграммы нет пока что. А все, убили? Не обязательно пентаграммой было. Его, наверное, убили, наверное, 4 пентаграммой. Раза. Не, не пентаграммой, по-моему. Да нет, обычно. Это же надо. У него нет. Электрическая была. Что, реально можно любым оружием? Не знаю. А, нет, все-таки пентаграммой, да. Да, пентаграмм все-таки он убил. Я думал, электрический. У кого-то был пистолет электрический. Блин, ну видишь, справились. Ну вот это прям сложно, такая каточка была. Да. Ну, ребята молодцы. Прям, да. Тиммейты хорошие. О, третий уровень у меня креста. Крестик, наверное, будет более сильный. Ну что ж, ребятки, надеюсь, вам понравилась игра. Мы обязательно с вами поиграем еще. Вот. Также стримы будем проводить. Я думаю, какие-нибудь скиночки покупать, делать обзорчики. Заманов поиграем. Это все будет в других сериях, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, все уведомления. И также на наш Discord подписывайтесь, ссылочка внизу в описании, ждем вас. Всем до скорого, пока-пока. Пока-пока.